Эта маленькая девочка, попросившая у незнакомцев кусок хлеба, одна из тысяч иранских азербайджанцев, лишившихся крова после землетрясения в области Хой. Как говорят азербайджанцы этой иранской области, они выжили во время стихийного бедствия, но могут убереть от холода и голода. Иранский режим не оказывает людям в безвыходном положении даже необходимой помощи. Им не предоставляет ни палаток, ни теплых вещей, ни питания. Просьбы азербайджанцев о помощи власти, как правило, игнорируют. А когда иранские азербайджанцы попросили палатку, то их жестко избили представители режима. Также, по информации, распространенной в социальных сетях, городская полиция напала на людей, которые собрались, чтобы купить палатки на свои же, собственные деньги. Следует отметить, что гуманитарная организация «Общество Красного полумесяца Ирана», оставаясь безучастным к бедам и нуждам оказавшихся на улице, голодающих детей и стариков, отказалась от помощи «Общества Красного полумесяца Турции», которое сразу же изъявило намерение помочь пострадавшим при землетрясении.